Итак, всем привет! Сегодня у нас на разборе начинается чемпионат мира по хоккею и суперматч, это стартовый, Россия-Чехия. Итак, встречаются две топ-команды, которые претендуют на первое место в группе. Хотя в группе еще есть и Швеция, там, и другие скрытые фавориты, да, темные лошадки. Ну что, значит, погнали. Примерно равные команды, и там есть игроки КХЛ. Все там и в СКА, и ЦСКА. Есть определенные звенья. Ждем атакующих хоккей от наших ребят. Ну и что, первый матч, как всегда, непредсказуем, так как звенья еще не сыграны. Какие-то будут эксперименты еще, будет обкатка. Какие-то новых игроков, может быть, какие-то будут возвращаться из НХЛ. Хоть Чехии выиграли нас в последнем матче 4-0, но на это можно особо не обращать внимания, так как эти евротуры, это как бы больше как товарищеские матчи, такие репетиция. И поэтому это чисто был не донастрой команды уже, как бы последний матч был. И поэтому такой счет. Я думаю, что игра будет обоюдной и результативной. Возможно, такой счет как бы 1-1 или 2-2, но в основное время. Поэтому на фаворитов ставить не буду. Конкретно здесь как бы сложно выделить. Поэтому возьму такую как ставку, как фора первого нулевая, коэффициент 1.73. Это более чем реальная ставка на этот матч. Поэтому болеем за наших и ждем. Либо если будет победа, то сработает. Если ничья, то будет возврат хотя бы минимум.